Зачем они кололи мои мозги, точнее, мозги-то свиньи, но наложили мои, да еще там ритуалы всякие, жертвы. Смотри, чьи мозги, может, я ошибаюсь, не свиньи. Ну, очень на человечьи похоже, очень, да. Человечьи, да. Но свиной мозг тоже похож, человечьи там смешанная энергетика и животных, и людей, и всех. Доложили, кто проводил и цель. Зачем там животная энергетика? Ну, просто убивают. Убивают таким кинжальчиком. Угу. Тыкают на него. Цель. Раньше они докапывались до моего позвоночника, силу забирали. Сейчас мозги. Что изменилось? Ресурса. Появились, ушли, нужны им. Причем здесь мой мозг, мое сознание. В этом ритуале, я так понимаю, как обездвижить, лишить сознания. Переместить его туда и убить. Все. Ну, как это обыграть, во-первых. Просто забрать свою. Ну, это понятно, во-вторых, что пойми ритуал, суть его. Поняв, победишь. Наложить. Тут все просто. Наложить и убить. Чтобы резонанс был повсюду. Что они наложили куда? Энергетику человека на вот эти мозги. Убить его. Убить этот мозг. Мозги человека? И мозги точно человека. А почему не человека? Почему они мое сознание накладывали на не человека? Ну, как тяжело животное чувствуется. Да, свинья. Не козел, свинья, да? Вон. Как ты это видишь все? Могу сказать, для чего это сделано. Ничего. Опустить человеческий интеллект на уровень свиньи. Да. Не дать подняться выше на этом узком спектре оставить. Наложить, да. Принизить. Даже не обезьянку. Нет, свинья. Да. Распространенные в народе характеристики свиньи. Почему я это так почувствовал? Чувствительный, наверное. Угу. Ну, хотят, чтобы отупел народ. Они же сами тупые будут. В банке с солеными огурцами.
самый То есть смотри, они хотели что делать? Взять животное? То есть они отделили себя от животного мира. Правильно. Сколько их, смотри, кто это делал? Там человек 10-15, вот так. Небольшая толпа. Какие у них свойства? Не все прокачанные магии смерти, я бы сказал. Сатанист. Мона. Кто это делал? 12 человек, сатанист. Они это глобально же делали, да? Нет, это какая-то достаточно узковыбранная группа людей, которые обладают подобными способностями. Ну, на глобальное, в смысле, да? Да, на глобальное. Что у них особо? Ты как представитель человека через тебя на всех людей. Ты не закрываешься и транслируешь на всю Вселенную, на всю планету, скажем так. Угу. Что у них особенного? Представители каких-то одного культа, но разных течений, разных школ, вот как олицетворяют собой что-то. Как-то странно они работают. Я никогда не слышала. Я никогда не слышала, чтобы сатанисты работали со стихиями, но они как представители каких-то всю стихий. Всю магию собрали, да, лучшую. Лучших сатанистов. Даже уже не масоны почти. Ну, они все масоны, конечно же, но вот именно сатанисты. Религии взяли. Раввин, типа этот епископ и христианский. И даже что-то такое. Да, как представители разных, да, да, кого-то. Плюс, естественно, все сатанисты некрасивые и прочее. Там и вуду, и стихийные маги какие-то и прочее. Очень на подобного похоже. И он зомби, да. Он сам зомбирован. На него сливают больше, а он на тех, кто его смотрит. Ладно, не отвлекаемся. 12 и один, смотри, смотрит. 13. Да. Классика ритуала. Ну. И причем они транслируют и на телевидение каким-то образом. Чувствуются вот эти каналы. Завуалировано, да, да, да. Они, у них все, они контролируют выходы на СМИ. Там всеми эгрегорами, всеми силами. И роем масонским, и политика, и религии собрали, и магия, сатанизм. Все. Средств всего общества. И СМИ, естественно. Там были и бабки, и все. Все пронизано. И вот эта вот связь роя, пронизанность со всеми, ну что делаем? Первое, они отказались от материи, от животного начала нашей Вселенной. Они отделились и начали убивать агрессию. Пошла ответная агрессия. Они спрятались, типа, но личности идут. То есть они поднялись над, они отделились от нашей Вселенной. И потом решили уколоть. Они отделились сознанием от нашей Вселенной. Все, сознание нашей Вселенной из них выходит. Мы эту группу отделяем и чувствуем, даем команду. Показываем финкам таких, говорим отделиться и жрать это враги, такую энергию. Показываем пантеркам тоже отделиться с такими, не связываться, не приходить, не слушать и жрать. Это еда. Нижним пантеркам. Теням. Это еда. Они ни с какой из вселенных. Они выпадают из Торы. Их нужно аннигилировать и расформировать. Отделить душу, утащить себе. А все такие структуры похерить. Если такие ритуалы проводятся, это еда. Надо гармонизировать вселенную. То, что они делают, это не гармонизация.
Показываем синим то же самое. Военный, милиционер, судья. Они отделились, они меня наложили. То есть они устраивают бардак во Вселенной. Они источник беспорядка. Нужно упорядочить. Беспорядок. Они хаос творят. Хаос стирается. Они в своих головах начинают делать хаос полный. Порядок из них выходит. Из всего, что они олицетворяют. С чем связаны? Это СМИ, бабки, весь рой, масоны, религии. Они же не рядовые батюшки, которые искренне верят в хорошее и против всего плохого. Дальше они наложили на меня все, что с этим связано. И на большого меня. Они отказались от человечества, люди теперь от них имеют иммунитет. Они колят, и люди все чувствуют, что от них идет этот укол. Просто нужно осознать своим сознанием, напомнить этот ритуал. Каждым. Подобный ритуал, который зачастую в клипах завуалированно транслируется символами и прочее. Они скидывают это на всех, кто посмотрит. Нужно осознавать это. И они на Кона, отупить Кона решили, убить Кона и прочее. Кон тоже из них выходит. Даже Кон в виде красно-черного их растворяется, покидает. Я их покидаю, выхожу. Кон нашей Вселенной видит это, показывает, отделяется. Они теперь не вправе к нему обращаться, им распоряжаться и прочее. И при взаимодействии со структурами нашей Вселенной они распадаются, упорядочиваются, то бишь. Общее пространство, это пентаграмма, в которой они это делали, тоже исчезает, стирается, как площадка. Я ее сдавливаю, она как лопается, в груди безумно. Помнит о таких возможностях, о таких ритуалах, о такой магии. Показываем синим, они стирают всю такую информацию, о таких людей забирают, уничтожают, играются, путают и прочее. И собачкам это показать. Там есть вирус. Все, кто в этом участвовал, все, кто с этим всем связан, носители вируса пусть рвут, кусают, уничтожают мозги. Мона, где этот ритуал был сделан? Сан-Франциско.
Штаты. Я тоже увидел, что Америка. Ну, Голливуд вот там рядом. Где-то, да, да, Голливуду близко очень. Километров 40 от побережья и южнее Голливуда где-то. Залив какой-то есть, типа мы. Не хочу фантазировать там. Ну, типа мы с Канавера вот такой же. В полупустыне такая тоже. Ну, не очень лесистая местность. Такое еще любят делать в этом городе казино, как его. Лас-Вегас. Вот, да. Там немножко другое, там настягивание всего, удачи, денег и прочее. Такое мировое казино. Игры, перераспределение всего. Там другие ритуалы. Но они тоже создают бардак, это тоже нужно упорядочивать. Туда тоже можно запустить. Да, что воруют, да. Всех. А этих покажи судьи, пусть работают. Фу, сработало, да, уходит.